Петрозаводск посетила миссия из Уганды во главе с послом африканской страны в России Мозесом Кизиги. В рамках визита делегация встретилась с представителями региональных организаций инфраструктуры поддержки бизнеса в Корпорации развития Республики Карелия. Во время встречи стороны обсудили возможности международного сотрудничества и развития двухсторонних отношений. Первый заместитель гендиректора Корпорации развития Карелии Алексей Раума презентовал инвестиционный потенциал Карелии и обозначил преимущества ведения бизнеса в регионе. Также стороны затронули тему государственной поддержки реализуемых на территории региона инвестиционных проектов. Сейчас наша задача, это, как и сказал сегодня глава республики, организовать прямое взаимодействие с Республикой Уганда, с экономическими кругами Республики Уганда. Сейчас следующий этап – это встреча на выставке в Москве. Далее мы, возможно, будем организовывать некую бизнес-миссию, возможно, в каком-то небольшом формате для поездки в Республику Уганда. А далее уже будем работать непосредственно на угандийском рынке и с угандийскими партнерами. По словам посла Мозеса Кизиги, Уганда, как развивающаяся страна, заинтересована в партнерстве с Карелией, уже развитым российским регионом. Мы также хотим сотрудничать в сфере образования. Петрозаводский университет произвел на нас хорошее впечатление, и мы хотим, чтобы там учились наши студенты. Но самая главная наша задача – развить торговые отношения двух стран, не только между Угандой и Карелией, но и остальной Россией. На встрече также были подняты вопросы экспорта в Уганду продукции и услуг карельских производителей. Наладить деловые связи помогут Корпорации развития Карелии совместно с Центром поддержки экспорта в рамках реализации национальных проектов.